Седай. Сажусь, блин. Ладно. Седай. И всем привет, с вами Колян Тепловоз, Виталик и Жорик. Мы играем в GTA 5. У меня уже дохрена по ней видео, я просто не успеваю по ней монтировать. У меня снято больше, чем я успеваю смонтировать. Ну, Нестор, ты заколебал мне звонить! Отъебись от меня! Пошли бухать. Да, поехали бухать. Поехали бухать. Поехали бухать. Ладно, шучу. Никого грабить убивать не буду. Не, ну, хотя... ты-то если набухаешься, ты кого угодно ограбишь, убьешь. Да, у меня полная ошибка. Ты когда набухаешься, ты можешь все. Я Рэмбо, поняли? Я Рэмбо. Урод, блин. То, что Виталик за рулем вертолета, это не есть хорошо. Ну что, дайте жизнь. Отправляемся к моему офису и будем сейчас сидеть. А, кстати, да, полетели в офис Жорика, там бухать будем. А где он? Метку не сейчас, 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 не волнуйся, я сейчас, сейчас поставлю метку, вот он. А, ну да. Ну, это ну, большое, да. Большое здание, мы избавим. Их тут много, ты представляешь, я... О, блин, да. Там с крыши самой... можно будет зайти? Да, с крыши можно. На сам... да. Самый верх, там площадка как раз. Да, я это понимаю. Да, я это понимаю. Мазебанк, Мазебанк. Колян, ты не доверяешь, у меня 108 налетов на, конечно, пассажирских авиалиниях, а на уральских авиалиниях. Это мне напоминает... Я знаешь, я уральскими авиалиниями на Кипр летал, я знаю, как они хорошо работают. Как этого мужика звали, у которого всякий... Балакс. Класс Балакс, да. Класс Балакс. Так. Сейчас. Вход найти надо. Вход. Не, не здесь. Не здесь вход. Подожди, а где у тебя? А чел, вниз. Вход это вниз. С крыши не войти. О, парашют. Вместе с друзьями членами банды, отлично. Нахрен ты сделал урок, я не успел парашют взять. Да ладно тебе. По свой бункер. Потом покажу. Это просто охуеть. Так, ну все понятно, уже по надписи все понятно, я все понятно. Так а ты что забыл, мы же тут были с тобой уже. Не, я здесь не раз. Слушай, у меня все зависло. Что? Я не могу зайти. Я здесь первый раз. Я зависло. Кровать в офисе? Да. А что ты хотел? Зачем в офисе кровать? Не знаю. Да Лестер, ты заколебал! У меня здесь контроль, кровать есть. Так а зачем она тебе здесь? Интересно, я Коля вижу, я не вижу. Ты можешь уместить мой дом. О, сколько бухла. И пить. А вот теперь бухаем. Сейчас просто в днище уйдем просто. Я не могу выпить, потому что вы здесь вдвоем встали, и мне пишут, типа, в зоне слишком много игроков. Че вы меня трезвым оставили? Да че вы меня трезвым... Дайте мне уже пукнуть. Иди ты за руль, погоди. Иди ты в баню, руль. Какой мне за руль? Нормально, дайте мне-то бухнуть. Все, я пошел от вас. Да блин, погодь, я сейчас освобожу кружку. Все, я уже освободил. Ой, что за урод лысый? Блин, я когда почему-то хочу бухнуть, у меня почему-то зависает персонаж. Я, чё ты такой? Чё ты такой? Чё он мне вовсе не делает? Да это, не знаю, просто пришел сюда, пацанчик. Я не понял. А, блядь, мужик, а, сука. Плывёт всё. Да потому что ты пьяный стильку. А, да? Мужик, ты кто? У меня то же самое. Ты кто такой? Вот он тебе тоже повиделся, да? Ты кто такой? У Жорика пить нельзя. Куда он делал? Ты кто, мужик? Ты кто такой? Да я ему сейчас черепух сломаю, смотрите, где он? Блин. Свою дурацкую ситуацию, у нас какой-то пацан баян-то пришел. Так это просто мы уже бухие стельку, это его на самом деле нету, это нам кажется. Да. Вообще, слушай, ты прикинь, твой сотрудник заходит к тебе в офис? А ты тут с двумя чуваками бухаешь, вместо того, чтобы работать. Тремя! А, с двумя, да.
Зуми. Это просто твой сотрудник, он... Из GTA передается даже сюда, в реальность, что я бухой, блядь. О, потакать. Кровать, это кровать, по-моему... Пацанчик, ты не попутал, это мое место, блядь, сука. Ёбаный в рот. Господи, вино, виски, джин, ребят, ну я все, я завтра на работу не хочу. Ой, я регистрируюсь как член, я как шеф буду сейчас. Алкоголик, странно. Ты сам тоже бухаешь. Ой, ребят. А где Жорик, потерялся что ли? Нет, Жорик я... Жорик в компьютере. Я просто регистрируюсь. Он набухался, теперь пора работать. Понятно. Самое веселое. Ребят, надо, короче, сейчас выполнять какие-нибудь задания, собирать зарабатывать деньги. Какие задания? Я бухой в стельку, ты меня тут... Ты нас тут напоил, а теперь задания выполняй. Я в таком состоянии только на диванчике лежать могу. Пошли, ребят, короче, к этому... Чувак, ты понимаешь, насколько я бухой? Хоть одна правильная идея, пошли к бункеру, правильно говорить, только сейчас я напью уже. Мужики, все, я спать, иди в жопу, Лестер, я спать пошел. Я и так сегодня весь день бухал, а тут еще с вами теперь, все, я это самое, я отдыхаю. Сейчас я пойду шпану, я пройдись тут. Давай, это машину возьми. Сейчас, я загоню кого-нибудь. Подожди, ты кто? Я Виталий, сейчас я пошел. А почему нельзя просто с парковки угнать? Ого, все, вот я Гелендваген нашел. О, пошли, Жорик, пошли, седай за руль. Баба только, баба, ты че, ой, она меня сбила. Парни, меня сбили. Она сейчас, батя, все возьмет в свои руки. Виталий, мы Жорика за руль сажаем. Сейчас я выйду куда-нибудь там. Сейчас садись, Жорик. И назад пойду, мне хватит сегодня. Так, я тоже назад пойду. Я хочу, я всё-таки F нажать. Ой. Что нажать? F английскую. Ты сядешь на свободное сиденье. F английскую? Жорик, давай вези нас в бункер. Короче, Виталик, ты уже тут? Вот эти машинки мы с Жориком гонку на них устраивали. Вах. Короче, ребят, вот это вот оно, вот это вот самое крутое, что есть в бункерах. Виталик, поехали. Я тут уже был, я тебе все сейчас покажу. А ты где? Еду. Ой. Кто здесь отбойники поставил? Кто здесь отбойники поставил? Не знаю. Поехали. А зачем все машинки, у меня вопрос? Для перемещения по бункеру. Твою мать, опять ударился. Работают люди, я вижу, работают. Чё, где у тебя бухалово? Да, блин. Газировка тут у меня всякий курс, господи, матери боже. Бухалово нету. Чё, вискарика нету? Что же это за бункер такой, Жорик? Вискарика нету, что это за бункер? Ну, парень, ну ты ж был тут. Наверняка должен был запомнить, что тут особого бухлоты и нету. Ну ладно, зато есть вот эти мини-кары. Ну да, это прикольно. А куда Виталик делся? Не знаю. В лампочке застрял. В лампочке застрял? Да. Ламповая голова! О, все, я не выехал. Теперь я застрял в лестнице. Я теперь вообще застрял. Короче, Виталику больше не наливаем. Ой, я тут рабочих вижу. О, бухалово. Ничего себе, у тебя еще и покупать надо. Ничего себе, ты охренел, блин. А что? А какая проблема, блин? Это деньги бабка тебе, ничего себе, ты охренел. Интересно, а что тут еще есть? Я там что-то видел. Виталик. Тут самая большая комната, это комната, где я за твоей спиной. Виталик, я за твоей спиной.
Не надо меня давить. Так ты же в пассивке. А, ну тогда давить. Сейчас я вспомню. Блин, я заблудился. Понятно. Что, да, красивая. Почему она задом едет быстрее, чем передом? А что это такое? Я хочу посередине. Тир. А мне пули, дадут? Так. Да. А потом, ого. Что она вот автоматическая. Ничего себе, она мощная. А, херня. Почему только один игрок может участвовать в тире? Не знаю. Ладно, спрайт хотя бы куплю себе. Ой. А, стреляй! Ладно, зато просто понаблюдаем за этим действом, как Виталий стреляет. И а где мои деньги, за что я пострелял? Это вообще-то не снимается тут. Не, я имею в виду мои деньги, за то, что я стрелял. А, нет, тут такого. Вы что, охренели, что ли? Да ну, что-то. Сейчас он тут всех перестреляет. У меня оружия нет. Сейчас постреляем. Так. А это что? О, это выход, как я понял. Или не выход, или выход. В смысле, мы тут вместе, что ли, будем стреляться? Да, это состязание будет. Виталик, давай с нами, давай втроем постреляем. Его еще найти теперь надо. Слышь, подождите, пока тепловоз начнет стрельбу в тире. Ты там убираешь, что ли? Нет, я жду, когда Виталик подойдет. Сейчас, я забудил, просто говорю. Да, ребят, набухались в стельку, а теперь стреляем в тире. Нонсенс. Виталик! Да погоди, я заблудился. Я не ошибся, я такой большой блин. Виталик! Давай к нам. Всё, чё-нибудь помощнее здесь, это говно какое-то стрелять. А как оружие выбрать? Подождите, пока типа вот за стрельбу теперь. Да давай еще. Так. О! Ты чё взял? Давай еще раз. Я победил. Ха, блин. Перезаряжается долго. А ты из чего стреляешь? Я из ПМ-ки. А я из ПП. Выбери другое какое-нибудь оружие. А как выбрать другое оружие? Да, вроде как-то можно. Мне кажется, только теперь до конца. Я прям стрелок от бога.
Тут, короче, можно выбрать сейчас лицензию винтовку, как тебе, Коля? Да. Не, я не буду, ну вот нафиг. Давай, постреляем. А, давай. И снайперской винтовки. Так. Тяжелая снайперская, да? Да, снайперская. Приготовились. Да, не цели. Прям. Японский градовай! А у меня что-то перезаряжается особенно долго. У меня тоже самое. Жесть. У меня тоже 94%. Я то же самое. Не, на снайперке что-то как-то не очень удобно. Из пулемета еще лучше. Давай быстрее, перезаряжайся, блядь. Да. Плюс, как ты, блядь, пока. Не, давай другое что-нибудь. А, ну. Да ладно! Да ладно! Ну что еще там можно выбрать? А, ну подожди, сейчас надо раунд выиграть. Последний раунд, походу. Сука. Пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах. Да, сука! О. Ты! Да ты снайпер! Ага. Короче, если будем выбирать какие-то стрелялки, ты будешь всегда за снайпера, понял? Ну ладно, договорились! Нет, мне еще надо вот водителем, потом можно будет реально что-нибудь попроходить на вождение и на снайпера. Помнишь то, что мы с Тёмой и Стёпой проходили? Да, помню. Вот что-нибудь такое. Это у нас такая боль, где заряд от айфона. Серьезно, где она? Я победил тебя, наконец-то! И начинает настораживать. А вот она, слава богу, не потерялась. А сколько раундов, блядь? Ну, если логически, то должно быть 5. А если не логически? Тогда хз. Да, сука. Демонская винтока. Вот это не только мне песен. Коля, ты победил. Да. Поехали, покатаемся. Давайте, пошли на командном центре. Я вот в командном центре, если что, уже сижу. О, кстати, пошли, да, у тебя же эта фура есть. Ну да, я сказал. Точно. Сейчас повеселимся, бля. А у меня пассивка автоматом отключилась, что ли? Да. Твою мать! У тебя пассивка отключилась. Да ну ладно, хрен с ним. Так даже удобнее, потому что вы не сквозные больше. Так, кто за руль? За рулем у нас Виталик. Не, я хочу потерять отсюда. А, тогда давай я за руль. Потом я сяду. Погодь, Кур, ты его только не убей. Я кое-что сделаю. Я опять в лобовую с поездом пойду. Бля, ладно.
Лобовое! Идем лобовое! Идем лобовое! It was at this moment. He fucked up! Все-все, едем уже. Отлично! Твою мать! Наконец-таки! Ай! Что ж она у тебя такая жирная? Ну вы там отстреливайтесь, а я поеду жирная, покатаюсь. Жирная, как поезд пассажир. Ломай! Агрессивный режим включен. Режим агрессивного водителя. Я просто в них врезаюсь и их откидывает нахер. Правильно. В лобовую! Да что ты сделал? Я хотел в лобовую. Идем в лобовую! В лобовую давай! Колян, только не упади. Не упаду вас. Вас не упаду. В лобовую! Да. Почему у нас до сих пор всего три звезды? Где четвертая? Виталик, ты слишком близко к машине не стреляет, а меня иногда задевает. Интересно, а если мы через бензоколонку проедем? Че, не поехал-то? А, сейчас развернусь, поедем. А поехали на военную базу, вроде самолет у меня. У меня другая еще идейка есть, мне ее подкинул подписчик. Матвей, выполняю твою просьбу. Нет, пока нет. Слушай, мне просто самому интересно, что будет. Только вот надо место нормальное найти. Слушай, где я? Я где? Я где? За мной не надо, ты... Коля, что ты делал? Я хочу наехать. Я за. Так, ладно, пошли на яхту. Меня заберите. Пошли на яхту, твою мать. Просто. Ой. Повеселимся. Ага, пока за нами 4 звезды. Отлично повеселимся. Зато у меня есть гранатомёт. Ой, я сейчас умру. Я не умер. Почему я не умер? Это не моя машина, яхта. Алло. А где твоя яхта? У меня ее нету. Это просто мишка яхта. Кстати, ребят, нас засекли. Мне кажется, по нам сейчас будут. Меня стрелять. Нет. Я под водой, мне хорошо. Но если я сплыву, меня найдут. Я прав? Я прав. Меня нашли. О, катерки. Засранец, сука, почему ты не плывёшь? Ой, Наси! Чё вы там делаете? Почему вода под водой? Надо залезть. Я думаю, надо залезать. Я думаю, надо бахнуть. А, это не гранатомёт! Я думал, у меня гранатомёт. А, Виталик, ты сменил... Фу, ты, Жорик, ты сменил одежду? У меня есть гранатомёт. Вот я его пользуюсь сейчас. А у меня нету. Да ё! Ё, Магане! Я буду это самое, я этот, камикадзе буду, я на таран сейчас пойду. Камикадзе! Камикадзе на вертолете. Стреляют! Идём в лобовую! Коля! Нет! Я хочу парня. Да чё ж они такие неуправляемые-то? Где?
Так, стояба. Так, мне кажется, у меня вертолет уже закончился. Сейчас, пацаны, я бутончик кричу. Так, ребят, вертолет, да. Вертолет закончился. И, видимо, ты тоже. Спасибо. Да, я тоже закончился. В смысле? Ебать, мы набухались. О, Маша. О, мы на яхте. О, мы на яхте, да. А я на полицейской машине. Такого должно было произойти. Ну, если зарплата вашим телохранителям, всякий раз, когда они там ставят подобные ошибки, мы улучшаем игнорами, увольте тех, кто плохо выполняет свою работу, или покажите своим телохранителям. Мужики, кто... В смысле? Мужики, кто-нибудь да. Может с яхты взять катер и за мной подплыть? Сейчас, я возьму кое-что, не катер, я возьму маленький мотоцикл. Нет, вон. Нужен катер. Ай! Я буду. Опа! Ты на менты, что ли, опять? Нет, почему? Это я на ментовской машине. Ты же знаешь, я люблю на ментовских тачках ездить. Давай, поехали на яхту. Ты залез? Мне интересно, да. Кого такая классная яхта? Кстати, она... Жорик, на яхте-то бухло должно быть. Пошли искать. А? На яхте бухло должно быть, пошли искать. Ой. Ты куда, Жорик? Че, я тут надо такой смелый, сейчас я ему лицо разобью. А, ты я музыку включил. Я вспомнил. У вас и нет доступа вас... к оружию, пока оборона яхты активирована. А-а-а, понятно, пришел владелец яхты. Он чё, бухла не будет? Погоди, надо с ним поболтать, короче, и сказать, типа, эй, парень, здорово, мы хотим просто побыть, ну, рядом. Крутой пиджак, Жорик. Пиджак, Жорик, крутой. Посидеть у тебя на яхте, просто, мы сами-то нищеброты, мы ничего не можем пить с яхты, вообще, просто зашибись. Охренеть, дебил, купил себе бункер, но не яхту. Блин, вот именно, Жорик, вот что ты за человек, надо было яхту покупать. Я могу в следующий раз купить. Оба-на! А, кстати, я на Новый год это и сделал. Нормально живем. Ребята, мне кажется, по нам стреляют. Не, я не умею, а может и да. А, кстати, да. Ну я в резерве... Так, я убегаю. Опа-на. Чёрт подери, блин! Меня убивает! Видимо, он злой. Видимо, да, он зол на то, что мы здесь вообще стреляем. Да, собака! Жорик, отстреливаемся! Вася! Сейчас я его прикончу. Собака. Где ты? Мазила! Сразу видно, что не стрелял из бульдога. А, секунд. Подожди, он сейчас вернется. Да, понятно. А, ты, блин. Падла! А, куда ты полез? Тебя убили? Нет. А чего не включили режим пассивки, чтобы он убрал? А потому что мы не можем. Потому что это дело чистее, ответить на вызов. Да он не только как-то... Чел, я за стенкой прячусь, он меня не может достать. Ща он приостановится, я его прикручу. Уверен? А, горю! Фак, все-таки попал. Но это было долгое сражение. Мужики, вы где?
Я и плыву к яхте. Я на яхте. Я и его приплыву, конечно. Да, я вижу, как его сам обстрел. Мотоцикл украду его. Вообще надо было бы мне сейчас а тут оружейный близко. Ой, тебя опять убить. Да чё, блин? Прыгаешь. Куда? Вон я внизу стою, на воде. Мне кажется, нас обоих убьют, просто я хотел в оружейный сгонять. Колян вооружейный? Я хотел за гранатометом сгонять. А, кстати, Жорик, у тебя же гранатомет должен быть. Да, есть, но он, блин, он далеко не может нормально стрелять. Он стреляет только на близкое расстояние и потом взрывается. О, прилетел, пацанчик. Блин, тут еще и на самолете, чувак. Ребят, у нас тут война начинается, я думаю, надо убегать. Да, я думаю, надо убегать. Вау, твою мать, сука. А я хочу поржать. А я думаю, надо убегать. Я его прикончил, твою мать. Серьезно? Я прикончил того, который на гидроплане. А, я думал, ты вертолетчика прикончил. А вертолетчик, он спрыгнул, кажется. Да, он спрыгнул. О, стреляем по нему! Давайте его ждать. Давайте ждать его. Он сейчас, мне кажется, он меня сейчас убьет. А, сыкло! 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 Сюда иди! Сюда иди! Сюда иди, ублюдок! Сюда иди! Я убил! Я крутой снайпер, блядь! Все, это яхта наша, поняли? Это база наша! Короче, мы захватили яхту! Это наша! Не, это знаешь, такое есть это серия видосиков, короче говоря! Коля, у меня есть идея. Короче говоря... У меня есть идея, Коля. Он меня из снайперки убил. О, все. О, я вижу этого камняка. Его убили. Бля. Так, ладно, ракетная установка. Я сумасшедший, я столько бабла на нее потратил. Так, где тут снайпер? Так, высокоточная винтовка. Я классный стрелок. Я крутой. Так, Жорик, автомат посоветуй. Бери АК-47, который штурмовая винтовка. Штурмовая винтовка? Да, штурмовая винтовка. Хорошо. Значит так, у меня в распоряжении снайпа, штурмовая винтовка и ракетница. Отлично. Ракетница. Ракетница это божественно. Молодец. Ну что, война еще продолжается? Все, у нас теперь банда, у нас банда организована. Поехали. Это банда, это организованное нападение, поняли? Виталий, что ты на байкер делаешь? Что ж ты за человек? Кто? Ну чё тебя убили, Жорик? Меня? Тебя. Как меня убили? Ты вообще в компьютер смотришь, нет? Ладно, ребят. Я сейчас, короче, пойду домой, походу. В смысле? Только веселье началось. Виталик, седай. Ой, меня убили. Ну что ты за человек? Ладно, Жорик, подожди, не уходи. Я сейчас к тебе приеду, сейчас будем отстреливаться. Меня, подожди, что ты как? Хорошо. А ты ко мне подъезжай, тогда мы сейчас заедем к тебе домой и скажем тебе всем пока. Коля, меня забери. Ага! Не надо было на дорогу выбегать, чтоб тебя сбили насмерть. Да сейчас я за тобой подъеду. О, Коля, за тобой назначена награда 3000. Ёбаный в рот. И пассивку мне не отключить. Ну седай уже, Виталик. Ты же в пассивке, ты мне прозрачный. Потому что ты в пассивке, погоди, у тебя все прозрачные. Погоди, Коль,
меня идея, можно я тебя убью? Не надо. Не, я просто хочу получить ремиссию. Подожди, а где... Идите вы в баню, я сейчас выйду из игры нафиг. Да ладно. Мы друзья все-таки, я не буду. Наоборот, по-дружески как-то защищали бы меня. Ну да. Мы будем защищать нашего... Так куда вы пошли? А где эти ублюдки? Все, война кончилась, я все просрал. Во, стой. Стойте, падлы! Ай! Сука. Стоять! Нам четырехместная нужна тогда. Поедем-ка тогда ко мне на хату. Все, седайте. Да, поехали на хату и там скажем... Да, это двухместная. Во, нашел! Хаммер! Ха! Да, почему я все залезал? Молодец. Там кого-то должны убить, по сути. Виталик, Седа... А, Жорик, езжай за Виталиком и едем туда ко мне на хату. Уйти? А, о, я вижу. Позвоните этому придурку. Я тебя не впущу за придурка. Ну ладно, колен. Стоп. Так где... Вот, я звоню в дверь. Открывай. Да, Да, я хз, он у меня отворачивается куда-то, у меня сразу пропадает. О, все, я в твоей квартире. А Виталий? Меня пригласили. Че, вы все здесь? Не знаю, у меня русский идет. А, ну все. Я тоже. Я тут, сейчас. Ай. Хата красивая. Виски, вино. У тебя покурить тоже есть. Виталик, что ты, Жорик, ты там где? Здорово, Бухач! Ладно. Ребят, покажешь, Виталик, стой, Виталик, иди. Виталик, поднимайся к нам, давайте все втроем встанем, селфи сделаем. Да. Я только выход найду. Блин, надо еще какой-нибудь музычек сейчас подобрать к этому. Праздничный, новогодний. Да. Все, ребята, это новогодний выпуск наш. Виталик, да ты где там? Да я заблудился. Да поднимайся по лестнице на самый верх и подходи к нам, сейчас будем фотографироваться. Да, сейчас будем фотографироваться. На мой телефон. И на мой тоже. Выйди с пассивки, пока у меня на хате, просто чтобы нам сфотографироваться нормально. Сейчас скажу, как присуждать нам. А у меня камера не открывается. Пассивный режим. А почему я не могу телефон свой включить у себя дома? Ну все, я вышел. Жорик, фотографируй нас. Сейчас, погоди. Вот так вот. Давай, а то у меня что-то фотик на телефоне не хочет открываться. Так, подожди, давай втроем, Филси, давай. Да, идем. Сейчас. Бля, муха. Только чтобы нас видно было. Да, Виталик, ну ты куда пошел? Рупы чесать. И на этом, ребят, мы заканчиваем видео. С вами был Колян Типовозыч. И Жорик. Виталик, типа вот, и все. Ладно, и всем пока.